дорога, через такие лесные топы и механизмы. Я пока лея пройдешь, давай, Лём. Рядом надо один УАЗ. Давай, давай, Лём. УАЗом. Я это сумасшествие сниму. 2 метра тебе вперед давай, надо вырваться давай. И все. Я тебя буду спасать. Тянуть. Каратель вот тут ехал давай. Вообще. Вот по той стороне приезжай, вот где русский. Видите, тут приезжает. Там же обрыв, да? Для чего? Да нет там никакого обрыва. Ты главное... Вот здесь по колее он пройдет спокойно, здесь проходное. Да, да. Кто-то еще будет слушать советы этого? Поняли, а что боится, очкует, блин. В прошлый раз мы его еле достали, до ночи доставали. Ну, благодаря кому ты домой на зиму вернулся, блин. Благодаря кому ты на зиму домой вернулся. Перезимовал, я мог в Кунге перезимовать. В Кунге, говорит, перезимовать, блин. Борода б до яиц выросла уже, если б в Кунге зимовал. Так. Да, тут можно было ехать спокойно. Сейчас у вас. Вот тут, смотри, можно было. Это каратель протоптал вот тут. Можно вот так ехать. Леха, можешь на меня прямо? Не, ну тут он проедет спокойно. В белый рулят. Да? Да не, нормальная голова у него. Ты бородач, видишь, встал и все мучаются, видишь, обрати внимание. Никто нормально не может зайти, я бы не застрял бы прямо, а пошел. Не-не, я думаю, не сядет. А тут проходное место для ФБелов. Для ФБелов проходное место. Прямо вали правее, только возьми чуть-чуть правее. И что? И прямо до острова, и потом меня подтянете. Не-не, давай меня подтянем сначала. Хорош! Так, ну веселье только начинается. Я сижу. Нива встряла там же, где я висел. Достали. Луаз на твердом. УАЗ на твердом. Пробуй, наверное, туда и якорем станешь с ним вдвоем. Под правый край и это. Давай. Нива пошла. Да, неплохо прошел. Оказывается, самая простая дорога, самая прямая. На самом деле. Попробуй справа от Нивы пройти. Леха, убери трос, он попробует справа мимо Нивы пройти. Ну, чтобы он не намотал на колеса. Пробуй справа. Чего? Справа от него там твердо. Вон, видишь, где он ходит? Вот сейчас отсюда и сразу вправо уходишь и влево. Там мелко и твердо. Я туда и ехал, но не доехал, видишь?
Они к ней, он от них. Вот Нива шкребанула или УАЗ, но проскочила. Почти проехал. Заглохло. Шноркеля нету в ней. Так, Ниву достали, бородач дал лебедку. Я с ней иду. Сейчас подтянем меня назад и попробуем подтянуться. Сейчас ты. Вот УАЗ поехал, как я ему советовал. Правее надо было. Ну гребет. Красавчик. Гребет и едет. Вообще. Так, бородач меня вытащил куда-то. Не совсем туда. Да не... Да цепляй, не надо там. Да что, пригодилось бы? Да нет, пусть цепляет. Я не застряну. Я не застряну, бородач. Если Луа смог, Гранд Чероки проедет, значит. Снимай. Да не... Да цепляй, не надо там. Да нет, пусть цепляет. Я не застряну. Я не застряну, бородач. Где? Что ты рассказываешь? Где? А, есть. А губу поправь там, Макс. А? Подкатай свои губы. Губу надо. Пока. Так, все. Почти. Кулек седой опять все хочет в лужу упасть. Я вовремя его достал. Почти проехал. Правее надо было уйти, то проскочил бы, может, да? Так, УАЗ подъехал. Так, в салоне у нас немножко испачкался щиток приборов. Еще будет повод помыть. Едем, закрываемся. Не знаю, сдергнет или нет. Тут так. Я не Луаз и не Нива. Вес 2300. То, что я и говорил.
так сдергнуть будет непросто. Ребята просто этих мест не знают. Тут если присел, то уже лебедка, а то и две мало. Давай лебедкой, Леха. Не-не, я присел уже по-серьезному, прилип уже, в принципе. Ну, воды практически нету, чуть-чуть попало вот. Вот так. Давай лебедкой, Леха. Леха, лебедкой давай. Так, пробуем залебедиться. Драйв включен. Так, говорят, сдвинулся, да, пошла по чуть-чуть. Два якоря Луаз и УАЗ. Американский автопром на свободе. Почти. Машиной вперед пусть даст. Так, ну типа выехал почти. Должна уже сама зацепиться. Вроде не сижу. Да, едет сама. Давай, еще. Хорош. Так, ну я выехал. Такая тут жесть хорошая. Осталась шишига с УАЗом на шишиговских. Что там? Ты видишь, где ты сидишь? Внизу. Ха! Жесть. Да, хорошо тут. Так, ну что. Отъезжаем. Все мы не туда поехали. Правее надо было. Макс. Не хватает понижения. Дальше назад дай, дальше. Зеркало на гарантии еще. Трос вдвойне. Так, бородач по твердому, старт. На все деньги пошел. Не, очень тяжелый. Не идет. Нормально. Вышел. Красавчик. Он изучил траекторию, понял? И шишига. Нет.
у тебя схема всех застреваний, блин. Ты изучил, у тебя карта на лобовом, и ты по ней проехал. Трек. Понятно, что трек, да, пальцем нацарапал. Такой гранд красивый. Едем дальше. Это только начало. Поедет, не едет. Скоро. Вот так тут жестко. Это классический джиперский маршрут многолетний. Сейчас поедем вперед. Луаз оказался первым. Луаз оказался первым, да? Был последний, стал первый. Ну, вы с нами? Нет? Отдельно? А что это за велосипед? Салют? Ничего не вижу, сейчас Леха воды наберет. С прошлого века человек с салютом. Человек в пробке на велосипеде не может проехать. Макс, ты рано машину моешь еще, это только начало. Еще не было нормального оффроуда, сейчас впереди только будет препятствия сложные. Посмотри. Серьезно я говорю, не мой пока ничего, оставь воду в дорогу. Блин, опять я подсел. Что ж такое? Не выехал почти. Глушитель слетел. Давай. Бородач вперед поехал. Или плохо спустился, я не могу понять, что происходит, но вообще не едет. Или такие. Драйв включен. Едет вообще. Стою на улице, газую, она на месте. Да, тут мягковато. Еще на основной траектории более твердо. А я чуть в сторону, и все, и провалился. Так, все. Подцепили меня к бородачу. Поехали. Бородач жесткий. Хочет мне все оторвать моей маленькой машинке. И сам застрял. А у него тормозов нету. Подожди, меня отцепят. Нива тоже присела. На трос, чтобы он не выскочил на бок. Стой. Стоп. Нива исполняет. А что тут сложно, да, Ромыч, не проехал? Левее надо, может, нет? Ой, крен. Левее надо по самому. Надо по самому верху тебе выйти. Паша, надо, чтобы ты назад дал, чтобы он аж наверх вышел и по колее поехал. Стоит в канаве. Еще чуть.
сюда, да, да. Стой, Ромыч, стой. Отъедь назад. Не тронешься? Давай еще, да. Хорош, хорош. Пробуй влево теперь. Только если не заскочишь, не ныряй опять. Еще раз попробуй, да. На меня, представь, что ты бородач, Ромыч, она выйдет сразу. А тебе на эту колею попробуй, Ром. На меня давай. Назад, прямо, а там уже влево возьмешь. Паша, оп, еще чуть-чуть. Там сзади твердо ты поедешь. Я остановился, выехал сам оттуда. Назад дай. Ромыч, бородач отъехал. Попробуй толкнуть чуть-чуть. Надевай. Стой, Рома, Рома, стой, цепляем. Стой. Отъедь с ним вместе назад. Все, отходи. Поехали! Хорош. Хорош. Ром, по левой колее едь. По левой. Давай. То же самое. Давай еще назад. Еще назад, да. Блин, Нива только вес спасает. Хотя на гудиеровской АТ-шке. Так что тут проблема не в моей машине. Давай, давай, ого. Ого. Мне надо разгоняться и тупо газюры. Стой, стой, может выскочить. О, люди кричат, уже страшно. Колесо реально на полметра, переднее левое точно было в воздухе, может. Почти вы их. Девочки визжали жестко, когда ты видел или нет? Переднее левое на полметра колесо оторвалось. Да, конечно, я спасаю. Давай камеру. Так, сейчас бородач справа него попробует объехать. Колеи. Ого. Колеи не выпрыгнешь. Правда. Текай. Текай, блин. Куда текай, блин? Говорят, убегайте. Блин, он тут еще не выйдет нафиг. Там мягко вообще. Все.
посадили бородача, наконец-то. Все, моя очередь глубиться, да, теперь? Не, он сейчас на зло выйдет, да? Там очень мягко справа. Да и слева тоже. За Ниву пусть лебедит. Ромыч, ты капиталку делаешь? Да. Капремонт карбюратора? Оригинальная. Покажи. Тольятти? Хорош, все. Сейчас, блин, будем неделю доставать. Дерево. Да, дерево есть, кстати. Вон он. Вон он. Я за лебедкой иду. Да не, давай тут оставим Ранчо Рокки. Смотри, как он. Хорош. Скорозащитка есть? Нет. Скорозащитой. У тебя ж аккумулятор доминатор. Доминируй, что ты стоишь? Да. Смотри, какой у него там вакуум. Где? Создается. Вон трубка верхнего радиатора, понял? Ага. Посмотри, как ее сплющило. Это жесть вообще просто страшная. Давай! А она теплая хоть, Андрюха, потрогай? Как она выживает, я не знаю. Кипяток. Та вакуум создается. Так, тут бородач активизировался. Намотал травы уже на барабан лебедки и поехал. Наверное. Поедет, да? Приятие с природы. Останавливай его. Мы уже наматываем. Подожди, Паша. Надо размотать ее. Заедь наверх. Но ты уже можешь без нее заехать? Хорош. Ёханый бабай. Посмотри, куда ты человека в новых туфлях загнал. Зверюга, блин. Спотел ты конкретно, блин. У меня ж печка работает. Так можно выключить, уже лето ты. Дежурное полотенечко. А тебе не сказали, что лето, да? Ну, плало. Это у тебя температура? Это на выходе. В салоне взят. Давай сматывать. Сматываю? Так, давай, давай. Все выглядит. Подъезжай пока, Руслан. Так, Ниву починили. Это трос этот, тяжки карбюратора. Стой, стой, не газуй. Спасибо. Подожди. Так а что, ты застрял или что? Я за ручку держу. Давай назад пусть едет. Подъезжай пока, Руслан. Да куда подъезжай, я, блин, застрять могу. Блин, не столкнули. А что, у тебя может что-то не работает? Что на? 10 биткоинов, да. Американцы, хрясь, американцы. Ладно, его загнал, что такое. Индуса, хрясь, индус молчит. Хрясь, молчит. Третий раз хрясь, молчит. Говорит, ну хорошо, блин, это самое. Короче. Садись, Ром! И дал возможность спрятаться за всякую хрень. А ты за русский за индуса спрятался. Право руль! Право руль! Подожди, мы все умрем, блядь. Макс, не газуй хотя бы, не газуй! Не газуй хотя бы, зверюга! Руслана намотал на колесо. Куда он его потянул? Что это? Шакал сзади. А чей это шакал? Волочится. Судя по тому, что строительный тупой. Да не строительный. Все нормальные. Куда они уехали? Все, обещали пока вернуться. Луаз уже возле гольфброда, наверное. Обещаю, Руслан. Прикольно. Пока, бородач. А есть места, где покупаться? Вот есть. Вместе с УАЗом, причем, я тебе скажу. Это самое, рэпнуло у тебя. Ой, блин, я это... Я как рэпер. Слышишь, это... Уже там я сидит. С бородой. Все с джинсами рваны. Сидит уже? Не, ну его тянет этот, по-моему. Ну что-то бухтит там. Я там не проеду, да, наверное? Проедешь, проедешь. Со свистом.